И вновь поскребли по сусекам интернета и испекли вам колобок, программу «Подсмотрено в сети». Меня зовут Геннадий Гордеев, и в ближайшую минуту узнаете, что значит устать от автоворишек, каково это, когда приходит белочка, и увидите настоящую грацию. Вы выкладывали, комментировали, я все это фильтровал, мониторил, и сейчас покажу результат. Начнем. Бензина нет, аккумулятора нет, магнитофона нет, хватит уже. Это не просто крик души. Кого-то явно вскрывали неоднократно, и человек сорвался вот таким вот творческим способом. Алексей попытался предостеречь автора. «Утром допишут маркером, тогда зачем тебе колеса?» – написал он. Ну и доля логики тут присутствует, конечно. Анжела подумала, что такая надпись только разозлит. И только Юрий ответил творчеством на творчество – с юмором подошел. Сегодня ночью ко мне в дом залез вор, искал деньги, я встал и искал с ним. Договорились, если найдем, поделимся. Но это явно не его история, но случится может с каждым. Берегите себя и храните деньги в сберегательной кассе. Вот такая симпатичная ростовская белка пришла покрасоваться и получить свои орешки, а ее на фото и в интернет. Залайкали красавицу и немного откомментировали. Марина, Катя и Елена в разной форме выразили свое восхищение красотке с пушистым хвостом. Кристина удивилась, как близко она подпустила, а Олег испугался. Надеюсь, она не ко мне. Нет, ну если белочка такая, можно и ко мне, в принципе. «Грациозен и пушист», — написал автор этой фотографии, и речь здесь явно не о фотографе, а о модели. И опять целая компания восторгающихся. «Шикарен», — написала Екатерина. «Великолепен», — комплимент от Анастасии. «Сразу красивым родился», — решила Виктория. Света прям заговорила мемами. «Наташа, быстрее фоткай, сейчас придет хозяин, мне влетит, а не тебе». А Денис решил, что кот, наверное, является штатной моделью для съемок в рекламе кошачьего корма. Виктор отреагировал по-мужски сдержанно, написав «амбициозен и ершист». Хотя не факт, что это кот, но кошка же тоже может быть с амбициями. Весна идет, весне дорогу. Хотя март синоптики обещают холоднее, чем в прошлом году, все больше и чаще будут появляться посты, связанные с животными, в частности с котиками. Это мой прогноз. А так ли это будет, узнаем уже завтра. Чао-какао!